Товарищ Крамора, по вашему указанию, мы кое-что приготовили для ближнего боя. Булава достаточно легка, но серебряный наконечник мощный. Вы любопытный человек, Крамора. Люди всегда считали себя какими-то особенными существами. Мы такие же звери. У них есть... У меня бомба! Лишь один главный инстинкт. Размножение. Воля к власти. Я веду войну не с людьми, а со злом. Вчера была не просто перестрелка. Это был какой-то зверь. Это что, твоя новая революционная метафора? Спасти вас как-то иначе не представлялось возможным. Поэтому я пошел на крайнюю меру и обратил вас в вампира. Звучит забавно. Я сам вампир и обратил вас в вампира. А что вы кричите? У вас такие же. Одни безнаказанно пьют кровь других. Я хочу освободить людей от этого. Ты был хорош в своем деле. Но против нашей силы тебе не тягаться. Сука! Они творят, что хотят. Мы должны им ответить. Но они настоящие сверхлюди. Они сильнее. Я наследник Чингисхана! Победим вампиров ради справедливости. Ты отнял единственное, чем я дорожил. Все это время я жил ради тебя. Ради себя! Ты жил ради себя! Никаких вас больше нет. Дальше. Я был на дне и теперь поднялся. И судьбы мира зависит от меня.